Родни Нержавейкин всегда мечтал стать изобретателем. Пап, это облегчит тебе работу. Эй, осторожней! Нержавейкин! И вот он едет в город, чтобы осуществить свою мечту. Берегись! Дорогу! Клади голову между ног. А? Проехал остановку. Я знаю этот город как свои 5 пальцев. Что-то новенькое. Но в городе роботов многое изменилось. Тетя Феня! Для таких, как вы, запчастей нет. Вам нужна модернизация с отверстиями для стаканчиков, стандартная. Либо модернизация, либо под пресс. Гайки затягиваются. Те, кто не может позволить себе модернизацию, это... Металлолом! Город разваливается. Мы не сдаем, мы не лом, мы не позволим так обращаться с собой. Я могу тебя починить. Ой, стой, стой. Ой, я делаю себе больно. И если старое... Мы тебя спасем! Бросает вызов новому. И как, по-твоему, наши дела? Ему потребуется... Они хотят модернизации? Пожалуйста. Герой. Уничтожь его! От создателей фильма «Ледниковый период». Новые бесподобные приключения. Кто эти несчастные? Мы, сэр. Я женщина. Ой. Сергей Стилавин, Рита Митрофанова, Геннадий Бочинский. Кто эта дама с пышной задницей? А есть подъемный кран? Меня зовут Пайпер, и у меня острые ногти. Звезды радио «Максимум». Я победил! В фильме... Ой. Роботы. Я подниму. Ну вот, теперь я еще и без руки. Скоро на экранах.